Завтра в художественном музее откроется персональная выставка картин народного художника Чувашии Анатолия Силова. Художник на разных этапах своего творчества увлекался множеством тем, живописал разные события. И сейчас в поле его зрения люди, которых без преувеличения можно назвать творцами и вершителями истории. Анатолий Силов – живописец с широким диапазоном творческой деятельности. Им создано множество декоративно-прикладного, монументального, а также станкового искусства. Работы художника хранятся в 71 стране, из них 29 экспонируются в музеях, остальные – в частных коллекциях. Они начинают жить, эти картины, они обретают авторитет, что ли, как бы свое «я». И через много лет смотришь, 5-10 лет, они по-другому смотрятся, они уже как бы ты не уследил. Судьба живописца сложилась так, что ему удалось посетить множество городов и стран, а путешествия стали основным источником вдохновения. На некоторых картинах, которые представлены на выставке, Анатолий Силов изображает президентов, монархов и священнослужителей. Потому что это первые лица, очень надо все правильно. Даже включая костюмы, аксессуары, все это портреты, очень серьезный подход. Поэтому у меня как бы я отдаю время отстоять немножко, потом посмотрю еще, добавлю что-то или уберу. Готовящаяся экспозиция носит название «Боги и люди». Образы современных общественных деятелей расположились по соседству с крупными религиозными фигурами и этническими персонажами. В последние годы Анатолий Силов серьезно увлекся изучением традиции и культуры Ближнего Востока и других цивилизаций. Героями его картин становятся известные исторические деятели, философы, полководцы и мыслители. Мария Леончик, Александр Петров, Республика.